Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами будем готовить большой кусок мяса в духовке. А духовку мы будем использовать из той коптильной, которую мы сделали в прошлом видео. Если интересно, зайдите, посмотрите. Для начала чеснок выдавим в посуду. А здесь у меня две головки чеснока. Этого будет достаточно. Добавим мускатного ореха. Здесь немного. Также добавим приправ до жарки. Один перчик. Не полностью, чтобы острое не было. Смесь перцев. Соевый соус. Перемешаем. Ну а теперь нужно натереть наше мясо. Для того, чтобы оно все промариновалось, сделаем надрезы. Я взял жирком. Вот что, если смотрели последнее видео, нравится пожирнее. Не до конца его разваливаем. Замаринуем. Чтобы не испачкать руки, наденем перчатки. И все это нужно тщательно стереть. То есть все надрезы, которые сделали, везде должен быть соус. Ну и оставим часа на 3 настаиваться. Мясо замариновалось, значит, будем разжигать мангал. И теперь самое время завернуть мясо в фольгу. Выкладываем мясо. Берег. Заворачиваем. Установим коптильную на огонь. Ну а пока готовится мясо, сделаем маринованный лук. Нарежем лук полукольцами. Добавим перец, соль и зальем это все водой. Добавим уксус. И полную столовую ложку будет достаточно. Закроем и пусть настаивается. Ну и время пришло доставать наше мясо. Какой запах. Посмотрим, насколько мясо сочное. Как всегда. Оп, оп. Ну и куда же без петрушечки. Теперь наш маринованный лук. Он как раз самый топ идет к мясу. Украсим помидорами. Ну и в окончании скажем, ребят, берите на заметку, рецепт на самом деле хороший. И всем удачи, всем добра.